К работе могут приступить и предприниматели, которые продают одежду в помещении до 400 квадратных метров, но только те, кто не находится в торговых центрах. Торговые центры – это третий этап, самый последний, когда места массового скопления будут открыты. И на сегодняшний день они продлены до 31 мая. И если мы с вами сможем постепенно, поэтапно, сохраняя ту тенденцию, которая сейчас есть на территории региона, снижать показатели заболеваемости и все остальные, которые входят в формулу, которую вчера очень точно описал губернатор, то тогда мы сможем перейти поэтапно ко второму этапу и к третьему. Общепиты и фитнес-центры тоже относятся к третьему этапу, поэтому эти организации пока не начали свою работу.